Я очень люблю фестивали. Очень. Это такой момент общения, момент понимания, чем занимаются твои товарищи, куда идет театр, не только в столичных городах, но и в других прекрасных городах. И вот, должен вам сказать, я в Вологде не первый раз, но на фестивале первый раз. Я должен признаться в любви к вашим зрителям. Вы знаете, такое количество зрителей с таким желанием, пониманием. Холодно уже, я готов был убежать, хотя должен был сидеть. Нет, все сидят, все смотрят, потом встречают на улице, спрашивают, даже спорят. Вчера поругался с двумя учительницами после одного спектакля. Поэтому это прекрасно, то, что существует этот фестиваль, и он должен продолжаться. Понимали, что мы везем замечательный спектакль, тем более он в консисторском дворе, в этих, вот у этой стены великолепной, в этой атмосфере заиграл новыми красками абсолютно. Поэтому мы понимали, что мы везем достойный спектакль.